модернизацию тележки провел. В общем-то, нету, как говорится, границ нашему безумию. Ну вот тележка была, вернее, есть для сыпучих материалов. То есть кузов у нее 50 на 70. Пришлось вот траву возить и на сено. Сено вот на огород. Траву на огород сеном застилаем. Ну и маловато в нее влазит. Ну и думал, что городить. Городули типа нашивки. Надо что-то приваривать, снимать. Ну и решил вот так вот. Вспомнил, что сено в принципе можно навалить и завязать. Притянуть веревками и вот сварил такую раму. Теперь получилась ширина 70, длина 1,05 м. Здесь вот еще. Ну, конечно, из того, что было, немножко громоздко, это полдюймовая труба водопроводная, бэушная. Вот, и здесь дырочки у меня были, приварилушки. Вот так вот. Спереди и сзади. Вот, и прикрутил болтиками на 8. 4 болтика по-быстрому, если надо, открутил, закрутил шуруповертом тем же. Ну и вот получилась достаточно объемный такой вот, объемная площадка. Вот, и, кстати, получилось, что она не выступает за габариты колес. То есть, в принципе, в ту же калитку я проезжаю. Увеличил я его в основном назад, наперед не стал, потому что тогда тележка вертикально не станет, если увеличить вперед. Ну, трава она легкая, ничего, пусть нагрузка на руки будет. Ну вот такой получился драндулет. И хранить ее хорошо открутил, к стеночке поставил, нашивку так называемую. Ну, вот такой вот выход. Ну, кстати, можно и доски возить, еще что-нибудь такое, типа раму какую-нибудь нагрузить, перетащить. То бишь, достаточно такая универсальная штука. Ну, вот. Если кому понравилось, пишите, спрашивайте. Всем удачи, всем пока.